Друзья, всем привет-привет! Вы на канале Галина Новый День Деревня. Сейчас хочу пойти посмотреть, как там мой петушок переночевал с моими курочками в новом жилище. Пришла попроведать вот утром петушка. Ой, молодцы какие! Ну ничего, никто его тут... Вот, все, всем доброе утро. Так, девчонки, сласте, я вам нового жениха. Жениха вам нового вон прикупила. Давайте. Давайте, давайте, сласте, знакомьтесь. Молодец, поздоровался, да? Где девочки твои? Хороший мальчик, хороший, хороший мальчик, хороший. Пойдемте, лю-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 лю. Оглядывается, да? Что там за житель новый появился, а? Петя, всего соперник. Ух, у Пети какие шипы огромадные. Выходите, выходите. Ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути. Уточки уже у меня там снеслась одна. Выходите, выходите. Заигрывает, заигрывает, заигрывает. А что заигрываете-то друг с другом? Очистки тут у них. Да ты мой хорошенький. Да ты мой пригоженький. Боится. Ну ладно, пусть привыкает. Пойдемте, у вас здесь и пшеничка, и кукурузка. Чего вам еще нужно? Пойдемте кушать. Так. Не получилось? Осечка? Вот так-то. Вот так. Надо пошустрее ходить. Ты чего тут-то? Отъел себе жирка. Не догонишь теперь? Вот он за ней бегает все утро. Так, ну и чего у вас тут? Драка? Драка? Все, драка. Все, драка началась. Я так и думала, что вы будете драться, обижаться. Ай-яй-яй. Разве можно? Нельзя? Все, дерутся. Вот что делать теперь, я не знаю. Чем его обижаете? Петенька, 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 Петрушенька, Петрушенька, Петрушенька. Я тебя, наверное... Да ты мой хороший. Я тебя, наверное... Вон, еще один. А у них шпоры очень большие. Петушиные бои мне тут устроили. Вот два на одного. Разве это честно? Я, наверное, его сейчас отсажу в клетку. Одного поймала. Сейчас второго теперь надо поймать. Сейчас я и этого поймаю. Так, вы наказаны. Наказаны. Все, сидите здесь. Все, слава богу. Так, Утя, а ты-то за что обижаешь его? Утя, ты посмотри, как схватил мертвой хваткой. Ты посмотри, что творит, а? Ты что творишь, а? Так, сейчас я от Аташки кому-то сделаю, а? От Аташки. Ты смотри-ка. Это что такое, а? Это что такое, а? Петя, ну ты не давай себя в обиду-то, а? Ну вот такая борьба идет за господство своей территории. Не только у людей, а и, видите, у животных, у курей, и у всех, и у птичек. Так что все это, оказывается, у нас идет от природы. Всем пока, всем мира, добра, любви. Пишите письма. Пока.